Президент страны Нурсултан Назарбаев поздравил всех казахстанцев с наступившим 2016-м. Глава государства отметил, что мы приступили к глубоким реформам государства и экономики. Новые законы, принятые согласно плану нации, обновили всю правовую базу Казахстана. В стране возведены сотни тысяч новых школ и детских садов, жилых домов и больниц, дорог и предприятий. Он отметил, что мы должны сохранять наше единство и сплоченность.